Пойдем гулять, Чебурашка. Пойдем гулять. От ленивый слонопотам. Куда, куда, куда? Итак, каждые 20-30 минут. Поела — гулять. Поспала — гулять. Она только спит и ест. Так вот, как поест — мы с ней гуляем. Как поспит — мы с ней гуляем. Пока Софья в школе, я с ней гуляю. А так, Софья, конечно, с ней гуляет в основном. Ну, сейчас папа стал с ней гулять, потому что в 5 утра она просыпается и хочет в туалет. В 5 утра папа с ней гуляет. Потом в 8 часов утра Софья с ней гуляет перед школой. А потом, пока Софья в школе, я с ней гуляю. Видите, какая лентяйка? Ей везде бы лишь бы прилечь. Выходи из лифта, выходи, сейчас тебя там дверьми прищипит. Давай, 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 давай. От ленивый медведь, а. У нас, видите, такая штучка с пакетиками для какашек висит на поводке. Очень удобно. Так как в Корее обязательно нужно убирать. Мясо. Пойдем, пойдем, пойдем. Мокка, инсахаяджи, аньохасио. Ну, инде на альгетчи. Май, могаса? Ирёва, мокка. Мэнна, чужи аньчо. Вот и погуляли. Мокку все уже знают, все наши соседи. Мокка, пойдем гулять, пойдем. Писать пойдем, ты же поспала. Ой. Друзья, всем привет, с вами снова Ольга. И да, я хочу попросить у вас прощения за то, что видео стали выходить реже, видео стали какие-то короткие, непонятные. На самом деле у меня теперь катастрофически не хватает времени ни на что. Когда вам говорят, что воспитание щенка равносильно воспитанию маленького ребенка, вас очень сильно обманывают. По крайней мере, щенок крупной породы, как этот, равносилен 10 младенцам как минимум. В перерывах между прогулками я бегаю с тряпкой в зубах все 24 часа в сутки. Содержать такое животное в квартире — это нужно быть, ну, совсем отмороженным на всю голову. Конечно, мы завели собаку с тем условием, что когда мы переедем жить, она будет на улице, на лужайке возле дома. Но до переезда нам остался целый месяц, и мне сложно представить, как мы его переживем. Все. Посяли. Теперь надо личинку отложить и пойдем домой. Она вот так пописает и бежит сразу к двери, причем знает прекрасно, где ее подъезд. Тут вот рядом вот этот подъезд. Он похож, выглядит точно так же, но она никогда туда не пойдет. Всегда идет к этому и у двери ложится, типа, открывай, все, я нагулялась, домой хочу. Что ты там копаешь? Мокка! Мокка! Хватит рыть землю, пойдем, пойдем погуляем побольше. Ленится она, не любит много особо ходить. Такой, знаете, вот прям медведь-медведь. Любит вот так завалиться и пожевать подорожник, например. Вообще траву очень любит есть. Куда-то пошла хоть наконец-то. Пойдем, пойдем. Что ты там нашла? Мокка! Опять что-то роет. Ты что, ищейка? Пойдем, пойдем, пойдем. К ошейнику она еще не очень привыкла. Но и неудивительно, третий день всего она его носит. И тем не менее, все равно она как-то абсолютно нормально к нему относится, к поводку, к ошейнику. Не сильно противится. В принципе, сейчас спокойно, во дворе вообще никого нет. В такие моменты можно ее отпустить. Сейчас все дети в школе, все люди на работе. Иди погуляй. Ну и потом она вообще к людям равнодушна особо. Она не кидается, как мои мелкие. Мелких моих, если отпустить, они будут ластиться к каждому прохожему, приставать. А это нет, это она спокойно реагирует на прохожих. Косолапая, смотрите. Медведь не дать нельзя. Ох, этот ошейник. Ох, он мне надоел.
Куда пошла-то? Похоже, она ищет место по-большому сходить. Это хорошо, обычно мне довольно долго ее приходится ждать. О, да, я угадала. Все-таки я всю жизнь держу собак, и их поведение просто читаю на раз-два. Вот так миленько, друзья, выглядят эти мешочечки под какашечки. И они ароматизированы, очень-очень вкусно пахнет. Baby powder запах. Прикол. Я сейчас уберу, и мы пойдем уже домой. Сегодня управились за 5 минут. За 5 минут сходили. Вот с таким подарочком возвращаемся домой каждый раз. Пойдем. Чебурашка, пойдем домой. Дома полежишь. Все равно не ходишь. Пойдем. Пока. Когда приходим домой, она уже знает, что нужно сидеть и ждать, пока вытрут лапу ей. Тряпочка вот так вот. Вытираю лапы. Давай лапы. Неудобно одной рукой. Но она эту тряпку всегда погрызть не прочь. Там мокрая тряпка. Фу. Ой. Ангелина все время в обмороке от смеха, что эта собака творит. Это какой-то пипец, что у нас дома творится, друзья. Это не собака, это какой-то ураган хренов. Чебурашка, ты что творишь? Она разлила тут всю воду, бегала тут с шашкой в зубах. Но одна реакция ребенка стоит того, чтобы все это терпеть. Это что за животное такое? Смотрите, у нас все, она сама скользит, падает там. Ужас, что творится. Да? Чебурашка! Это что такое? А? Я тебе покусаю! Реакция Чебурашки на вентилятор. Ай, как свежо! Ай, как свежо! Ай, свежо! Ощеный! Она не понимает, почему он с него дует. Вот дурында.